Здравствуйте. Здравствуйте, всем доброе утро. Вы недавно нам говорили снять какую-то интересную идею, и поступило такое предложение, которое меня прям очень заинтересовало. Это что будет, если кошкам поставить их тумбочки внутри вольера? Как они отреагируют? Чего мой подбородок вкладывают? Я решил, думаю, ну попробуем. Почему это не сделать? Да? Ты спал? На тумбочку свою пойдешь? Будешь смотреть? Скучаешься по работе ты или нет? Ой! Кто врезается в меня? Ну сейчас все пойдешь. Доброе утро, товарищи. Доброе утро. Реквизит вас уже ждет на улочке. Просыпайтесь. Андюш, будем смотреть на вашу реакцию. В карманах ничего нет. Ничего нет. Хватит спать. Хватит спать, люди вас заждались уже. Люди заждали. Ройса! Ты сонный, Саша. Ты? Конечно, тебя я должен снять обязательно. Кто меня нюхает? Андюша. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Где мое ты? Мое. Мое. И все. Все, идем. Специально не буду заходить внутрь вольера. Потому что тогда кошки не будут от меня не отходить. Андюш, ты думаешь, что это так нужно делать? Опять ветер. Что? Ты не готова еще с утра пораньше запрыгивать? Вторая задача, надо говорить остановить. Пойдем. Хрюша. Хрюш, ну пойдем. Я тебе там сюрприз подготовил. Пойдем. Пойдем, носач. Даже он сян уже выходит. Заяц сонный. Ой, что ты мне? Что ты мне рассказываешь? Ты как всегда. Дай зубик. Зубик покажи. А тебя не кусается. Молодец, мальчик. Молодец, мальчик. Пошли. Я тебе для этого, да, тумбу поставил? Ну все, ковролину капец. Эти уже сняли. Ты моя хорошая. Ты соскучилась, Андюша. Хандуль, ты там тебе на... Ты на верблюдов смотришь, что тебе интереснее смотреть. Так, Райсяныч, заметил тумбу. Рось, ты попой будешь на нее садиться, или она высоко слишком для тебя? Тумбу поставил, все делают вид, что меня вообще не замечают. Че там, кто-то мешок трогал? Собаки, наверное, трогали твой мешок. Что ты, улыбака? А, улыбака? Вот что значит кошек, если с утра разбудить, даже если заходишь к ним с раннего утра, все равно тебя игнорируют. Вот что значит не выспавшийся. Зато вечером скачки. Рысян. Да что му? Что му? Солнышко ярко светит, ты не проснулся. Андюша. Кто дерется с телефоном, как всегда? Чума хорошая. Нет, не надо, вот. Идет ругаться сразу же. Что, я тебе помешал? Помешал тебе. Ну так зачем ты ройсовские дела нюхаешь, а потом делаешь такой вид? Иди сюда. Скажи, ты без всего пришел? Еще что-то требуешь от меня.
Стюн тоже не в настроении. Раннее утро. Пуза. Пуза, пуза моя. Полосатая. Полосатая пузень. Полосатая пузень. Тема хорошая. Они что, в кусательном настроении? Арисян сегодня еще спит. Арисян, смотри. Чего ты напугался? В общем, тумбы никто не оценил. Арисян еще совсем спит. Уф. Арисян. Хандюш. Ты как? Елочки я вам обещал. Я завтра елочки вам закидаю. Привезли же нам елочки. Хорошо? А мама приедет, все гулять поедет. Угу, все. Коровушка моя, муму. Иди сюда, Росян. Дешево. Иди сюда, полазь. Хандюша. Нет. Тандо. Хандюля. Хандюль. Садись, мышка. Будешь залазить? Ты кругами за мной ходишь. Свин, ты сел, ты пойдешь, нет? Пошли. Пошли, 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 пошли. Я тебя жду вообще-то. Сегодня будешь походить еще гулять? Пойдем. Молодец. Пошли. Андюш, тут ходит, тебя ждет. Пойдем. Андюш, Росян. Ну, вставай. Считаешь, что голову надо положить? Райсович, ты забыл уже все на свете. Недавно тубик. Зато у нас там показывает, что типа вот надо на шарта. Райсен, смотри, я тебе покажу. Смотри. Вставай. Райсович. Райсович. Не понимают. Я прав. Андюша, да дай потемки. С вами посидеть невозможно нормально. Эй, отдай. Арисян, Сена. Короче, тумба пригодилась только мне, да? Вообще, короче, Яна, давай приезжай быстрее, кошки вообще не хотят без тебя тусоваться. Настроения нет? Ничего нет. Просто меня игнорируют даже. У нас очень редко бывает, что ты заходишь, кошки тебя просто игнорируют. Вот сегодня вот прям показательный день. Ну да, смотри. Крокодильца. Дюша, вот эти ботинки, вот зачем? Я тебе отдам. Ну, хандо! Крыса. Это моя нога там. Там моя нога. Отдай. Когтем схватила. Что-то там нанюхала. Нет, Хонда. Потом я тебе их отдам. Сейчас зима чуть пройдет, я тебе их отдам, обещаю. Вот их, они тебе ни покоя не дают. Вот, да. Отдай. Крысь,
Да все, отвали. Хондо, отвали. В общем, можно смело заявить о том, что кошки без Яны, без настроения. Уже потеряли. Ничего не хотят. Сидят целый день дома. Не выходят, зовешь их. Выходит там часика на два или в ночное время. Ну, в ночное время вообще не получается снимать. Просыпаются поздно. Ничего не хотят. Это просто какой-то трындец. Не знаю, что с ними даже снимать. Потому что развлекаловка не получается снимать. Потому что она в ночное время происходит. Софиты поставил, но качество лучше не происходит. Ну и не знаю. Весело вот. Весело, когда я не снимаю их.